В рамках летней оздоровительной кампании в Славянском районе проводится выездная творческая акция «В гости к соседу». Артисты сельских домов культуры для ребят других поселений проводят всевозможные развлекательные мероприятия, начиная от кукольных театров и заканчивая конкурсами и дискотеками. На одном из таких представлений побывала и наша съемочная группа. Подробности в следующем материале выпуска. С творческой программой «В гости к соседу» в хутор Сербин приехали артисты из Протокского сельского поселения. Мы привезли игровую программу, в программе конкурсы, игры, песни, танцы, музыкальные игры. Детям очень нравится, мы очень рады видеть их, все довольны после нашего выступления. И действительно, ребята с радостью и энтузиазмом встретили приезжих артистов. Дети стали не только зрителями представления, но и его участниками. Они отгадывали загадки, участвовали в шутливых конкурсах и розыгрышах, танцевали. После окончания концертной программы, а длилась она более часа, ребята выходили из зала счастливые и довольные. Мне очень понравилось, все было очень круто. А мне больше всего понравилась веселая мышка. Мы хотели, чтобы все эти представления были у нас почаще. Артисты Протокского сельского дома культуры побывают в гостях и подарят праздник и ребятам других поселений. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».